вопросы, и сегодня будем искать механизмы вот, открытия въезда. Там, где, возможно, мы не увидели какие-то обстоятельства, смягчающие то решение, которое состоялось. Как пример, достаточно часто рассматривают материалы, когда выясняется наличие родственника, требующих за собой уход. Вот, иногда мы не увидели, скажем, что это студент очной формы обучения, со временем документы вот, нам не были представлены. Конечно, прерывать такие вещи нельзя, мы решаем в пользу закрытия этот вопрос, и решения такие отменяются. Есть еще другие обстоятельства, по которым возможно принять иных решений. Но сегодня это будет предметом тоже нашего обсуждения. Может, это будет касаться также.